Проверяем животных в загоне. Коровы и страусы на месте. Через 4 минуты уже будут первые яйца. Петуха можно пустить на мясо. На шашлычок, думаю, хватит. Чтобы зря времени не терять, я вам покажу сейчас тайгу. Заходим в GPS, фермерский комплекс, тайга для сбора древесины. Находится тайга в самой... Это внизу карты, проезжая заброшенную тюрьму и нефтезавод, начинается тайга. Подъезжая к метке, беру бензопилу и начинаю прожимать кнопку удара. Происходит анимация падения дерева, и когда оно падает, необходимо это дерево дорубить. Появляется 5 древесин, гружу по одной древесине в машину, рублю второе дерево. В эту машину вмещается 9 древесин по 12 кг. И теперь еду на мебельный завод продавать то, что нарубил. Приехал, сигналю, смотрите. По 12 тысяч за каждую штуку. Это 108к. Я играю на сервере Москва. Указывая промокод решеточка Литва, он даст тебе Gold VIP и крутые машины на первое время.